преобразовать данное выражение и выбрать, какой из перечисленных вариантов ответов правильный. Пройдемся по вариантам. Те, кто выбрали вариант В, я предполагаю, просто взяли, сократили девятки таким вот образом, остались вот так вот логарифмы, ну уже по свойству логарифма записали как логарифм 50 по основанию 2. То есть это те люди, которые прогуляли свойства степеней, но для того, чтобы красиво закрыть четверть, все-таки сходили на два последних урока математики, где были свойства логарифмов, и это свойство запомнили. Дима пришел, сам пришел, сын напьюсь. Те, кто выбрали вариант А, вообще забили хуй на свойства и степеней, свойства логарифмов. Вы все говно! Что вы себе позволяете? Сократили девятки, сократили логарифмы, получили 50 делить на 2 и ответ 25. Ну, как обычно, оставляю вариант для гуманитариев. А все-таки как правильно решить этот пример? Здесь, во-первых, нужно применить свойство степеней. Что когда ты делишь два числа с одинаковыми основаниями, но разными степенями, степени вычитаешь. Получится 9 в степени. А тут в степени уже свойство логарифма. Получится логарифм 25 по основанию 5, который равен 2. Соответственно, 9 в квадрате будет 81. Соответственно, правильный вариант — Б. Спасибо за просмотр.